Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие друзья, Турбек ага, ассаламу алейкум. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух. И вновь я вас рад видеть у нас на подкасте. Я тоже Нурадам. Рад. Подкаст на самом деле оказался о самом важном. Мы вначале придумали такой слоган. Ну как мы, да? Все оттуда. Вот. И, наверное, этот слоган, суть этого слогана я только в последнее время стал как-то чуть лучше понимать. Турбек ага, у нас есть ряд вопросов, которые мы, как обычно, приготовили для вас. Вот первый из них. Вот как работают законы Всевышнего? Мы вот на прошлом подкасте обсуждали момент с визуализацией, да? Когда человек, например, там представил, как он получает Оскар, да, ощутил это, да, я вот у Джона Кэха, что ли, об этом читал, ну вот психологи, да, на самом деле это же работает, да? Да, это работает. Но получается, если даже неверующий человек, он может пользоваться этими законами. Да. И они будут работать так же и для него. Они будут работать, да. Просто в судный день он будет отвечать, как он это использовал, да? Да, ему все дозволено же. А-а-а. И Всевышнему ничего не жалко. М-м. И человек – самое высшее создание, угу, для которого ничего не жалко. М-м. То есть он может утешаться любыми вещами. Но будет отвечать за те, которые он сам решает. Mm. То есть этот мир придуман не мной же, не нами. Все, что в этом мире, для человека же. И он может использовать все, что угодно. Человек. Это все для него инструменты. И что бы он ни подумал, это не его мысли. Они к нему приходят. От Всевышнего. Это для него инструменты, которые он может использовать. Важный момент только ради кого. Ну вот, он может мечтать о чем угодно. Если Всевышнему не жалко даже Фирдаус, рай, то есть по сравнению с раем, все, что, о чем мечтает человек, это все ерунда. Поэтому ему ничего не жалко же. Он может притянуть все, что угодно, попросить все, что угодно. И Всевышнему ничего не жалко. Единственное, за что он будет отвечать, за то, что он решает человека. Когда он решает использовать что-то не по инструкции, а как? Не ради Всевышнего, а ради себя. Тогда он отвечает за это. Тогда идет не по инструкции. Если вот аналогию провести, да, это все равно, что вот человек такой проснулся в каком-то там гараже, да, и смотрит, лежит молоток. И инструкция. Молоток для строительства дома. Да. А он этот молоток берет и идет, что-то разбивает, да? Да. Вот здесь он сам решил. Он идет, смотрит молоток, на что годится. Разбивает все подряд. Тогда он решает. Тогда он решает. Да, не по инструкции. Он не прочитал инструкцию. Использует его, как сам решил, по своему усмотрению. Поэтому он будет отвечать за свои решения. То есть в любом случае он с инструкцией знаком же был, да? Да. То есть у него там, я не знаю, какой-то радиоколонка такая была, да? Ему говорили, строй дом. Да, он знал, что нужно строить дом, да, на самом деле, да, этим молотком. Можно построить все, что угодно. Ну, да. Да, но только по инструкции. По инструкции, да. А он решил, что... Да. Также человек может притянуть к себе все, что пожелает, все, что угодно. Все, что его делает счастливым. Но если только это по инструкции. Есть дозволенное, есть запретное. Все, что дозволено, это все можно использовать ради Всевышнего. Тогда он не отвечает, если делать ради него. Он делает по инструкции. А когда он делает недозволенные вещи, и это не по инструкции,
тогда он отвечает за это. То есть, когда хозяин гаража придет, да, ему придется объяснить, да? Да. Почему все разбито вокруг, да? Да. И ничего не построено. Да. Но он может заранее, до прихода хозяина, может заранее покаяться. Все исправить. А, да, у него всегда же такая возможность есть, да? Да. То есть кто-то разбивал, в какой-то момент понял, что, оказывается, не надо было разбивать, да? В этом не было какого-то смысла, блага не было, да, для него. Пошел, покаялся, да? И хотя бы что-то начал строить, да? Хотя бы там фундамент. Хотя бы начал что-то делать. Да. Но хозяин милосердный же. Он видит его старания. Ему ничего не нужно. Он видит его старания. И он ценит его старания. И это процесс же старания. Он уже улучшается, становится лучше. Главное, что он понял инструкции, что нужно делать. И куда двигаться. Он взял направление, двигается туда, старается. Это самое главное. А куда дойдет, неважно. Да куда дойдет, тоже неважно. Или хотя бы даже перестал разбивать, это уже шаг. Да. В сторону верного. Хотя бы перестал вредить. Да, да, да. Это вот вы в одном из подкастов вот сказали, знаете, очень простая, но для меня она таким откровением была, когда вы сказали, что ну вот хотя бы нужно не вредить другому человеку. Да. Это уже благо, да? Не навреди. Да, да, да. И за это тоже делается благо, записывается. Потому что это же указание не навредить. Я соблюдаю это правило. Например, не воровать. Я соблюдаю это правило, за это записываются благие деяния. Если я соблюдаю. То есть, когда ситуация возникла, где есть возможность там что-то... Да, в любой ситуации можно же воровать все, что угодно. Если я слежу за этим, чтобы не своровать ничто, ни чье-то время, ни чье-то право, ни чьи-то вещи, тогда записывается благо, если я слежу за этим. Ну, понятно. Ну, вот тогда я, знаете, я прям задумался. Вот говорят же, что в судный день человек очень сильно удивится каким-то грехам, потому что он даже не понимал, что это грех, да, в течение жизни, да? Да. Это как я вот, когда начал намаз совершать, я подумал, блин, я же все уже вообще не грешу. Это вот в последнее время я стал понимать, ах, елки, оказывается, это грех. Оказывается, это грех там хватало, да, своего. Да. И вот после вот этих слов о том, что хотя бы не вредить, это уже благо, я, знаете, я начал вспоминать, анализировать свое поведение, то есть все какие-то там шутки, да, в сторону людей. Я понял, оказывается, ну, там они могли нести вред для человека, да? То есть можно было кого-то обидеть, оказывается, да? Да. Вот в этом мы должны аккуратными быть, да? То есть осознанными, да? Если даже я смотрю не тем взглядом, злым, например. Это уже, нахмурив брови, я уже кому-то наношу вред. Кто-то меня пугается. Да, пусть Аллах Тагла защитит нас от такого. Перейдем к следующему вопросу. Думаю, тоже это для многих людей важно. Как принять родителей? Родители не выбирают. Принять кого-либо, неважно, родители или супруги, или дети, или соседи, неважно кого, мы не выбираем. Они нам даны просто как отражение себя. Если я себя принимаю, я принимаю всех. Если я кого-то не принимаю, они показывают, что я себя не принимаю. Тем, кем я являюсь. Я себя не принимаю изначально, свою сущность, что я раб.
То есть все сводится к тому, что да. мы в себе раба не хотим принимать, да? Да. Мы боимся этого? Мы просто путаемся, что раб перед Всевышним – это достоинство, не перед людьми. Мы не принимаем рабство перед людьми. Это нормально. Угу. Мы людям не рабы. Угу. А вот перед Всевышним мы рабы, и это достоинство. Просто когда мы не знакомы со Всевышним, мы противимся, да? Да. Быть Его рабами. Потому что да. мы не понимаем. Мы не понимаем, мы не познаем, мы Его не знаем. И человек враг тому, что он не знает. А чтобы познать, нужно размышлять. Размышлять. Чтобы размышлять, нужно задавать вопросы. Угу. А когда он познает, он принимает. Угу. И если он принимает себя, он принимает всех. Угу. Все отражение. Ну вот, например, если человек там имеет какие-то обиды, я не знаю, там, на родителей, типа, слишком строгие были, да. они его просто отражают, он свою строгость не принимает, да? Да, он не принимает свою слабость. Там еще есть слабость. Слабость. Его. Да. Он не принимает свою слабость. А как строгость Когда может? С ним обходились строго. Он ощущал свою слабость. И вот эта слабость ему не нравилась. И он себя не принимает. А они, получается, обходились с ним строго, чтобы ему напомнить о том, что он слаб перед да. Создателем. Какой он слабый. И как нельзя обходиться со слабыми. Какой-то вред наносит слабым людям. То есть показывали, да... Наглядно, да. каково это быть слабому человеку, когда его притесняет да. кто-то другой, да? Более сильный, ну, в тех обстоятельствах, да? Да. Если он примет свою слабость, ему больше не будут показывать, обходиться с ним строго. К слабым всегда возникает чувство милосердия. Всевышний его всегда... Сам оберегает. Он ему не показывает больше то, что он не принимает. Если он это примет, человек, его больше не нужно воспитывать. Он двигается дальше, получает другой урок, где он еще не достиг того уровня. А если вот во взрослой жизни человек имеет обиды на ситуации из детства, да, что там с ним строго обходились. Получается, оттуда, из прошлого, ему отражают его нынешнее, да? Да. И да. опять же ему напоминают, что он во взрослой жизни слаб. Всю жизнь он будет проходить этот урок, который не прошел. Пока... Пока не примет. Пока не примет, что он слаб. Да, уроки будут повторяться. Ему всегда будут помогать. В разных ситуациях показывать, чтобы он понял. Что он не принимает. А он, получается... Он будет чувствовать всегда дискомфорт. И вот здесь, да, первый уровень, что можно делать, да, это вот как вы в прошлый раз говорили, мы это обсуждали, просто ты на уровне подражания, да, хотя бы говоришь, я слаб перед Создателем. Да, я должен принять свою слабость перед Всевышним. Угу. А кроме него никого нет уже. Все мое отражение. Ну, я вот, знаете, я раньше я вообще не понимал, как это принять. До сих пор я не понимаю, как это можно принять и так далее. Но вот когда я просто хотя бы стал вслух произносить, когда ситуация возникла, где я там себя слабым да, почувствовал, мне не нравится, да, это там. Я просто стал вслух говорить, я слаб только перед Аллахом. И мне, знаете, как-то оно отпускать стало, да? То есть я в этот момент вспоминал про Всевышнего Аллаха, вспоминаю, что идет процесс воспитания моего, да, что все вокруг мне служат, да, что на самом деле меня никто не собирается там притеснять и так далее, просто мне все помогают. Да. И сразу гораздо легче становится, как-то отрезвляет, что ли. Ну, то есть ты такой жик. Да, приходит осознание, кто я. Я себя принимаю. Принятие – это наслаждение. Мне не нужно кому-то доказывать, что я сильный. Угу. Это же тяжесть.
доказывать кому-то, что я сильный. Ну. Хотя я не такой. Ну, вот эта иллюзия, да, вот эту, да, надел на себя эту, да, маску, да, и теперь тебе приходится... Перед кем я сильный? Из себя ставить, да, кого-то? Никого нету. Есть только Всевышний. А перед ним я не могу быть сильным. Угу. Угу. Трибикала, знаете, вот я еще хотел задать такой вопрос. Где-то это тоже вот связано там с детством человека, да, может быть. Вот есть такое мнение, да, людей. Вот буквально вчера я с одним человеком мы разговаривали, и он это мнение высказал. Там другие люди тоже его придерживаются. Но мне как-то оно не совсем как-то, да, ложится у меня в голове. Что якобы вот чем тяжелее ситуации были у человека в детстве, тем больше ему потенциал Всевышний Аллах дал. Это так? Может быть, потому что он, преодолевая эти трудности, ага, набирал навык. Он сильнее становился, да? Да, становился сильнее. Ага. Чем больше ходишь, например, в спортзал, тем сильнее становишься. Ну. То есть разные ситуации в жизни, они его делают сильнее. А... Когда он больше решает, больше попадает в эти ситуации, он становится сильнее. Ага. А разве это справедливо по отношению к тем, у кого не было? Это его инструменты просто, которые он использует. И Всевышний дает то, что он не может поднять. И каждому дал отдельно. Например, здание высотой 100 этажей. Угу. На всех этажах есть люди же. Угу. И наверху есть терраса. Или там ресторан. Чтобы туда подняться, человек, который живет на 99 этаже, ему легче подняться. Угу. Который на первом, он должен пройти все 100 этажей. Угу. Даже. Угу. И на всех этажах есть люди. И это просто их инструменты, которые они должны пройти. А их распределил тоже Всевышний. И каждому дает по силам. То есть все, то, что... все равно с разным потенциалом, получается, да, появляется, да? Да, все находятся на разных местах. Но, например, наоборот, бассейн находится на первом этаже, все должны туда спускаться, ага, чтобы купаться. Ага. Поэтому у всех может быть, так сказать, изначально потенциал одинаковый, ага, но они, смотря... кто что хочет обрести, в эту сторону растут. Например, не все могут быть богатыми бизнесменами. Угу. Даже? Не знаю, наверное. Ну, кому-то это может не нравиться. Кто-то, ага, хочет быть художником просто. Ага. То есть кто-то него... просто музыкантом. Кто-то просто строителем. Кто-то бизнесмен. То есть их это не привлекает, может быть. Но эти предпочтения изначально закладываются, да, в человека? У каждого есть все инструменты. И каждый во что вкладывается, то и развивает. Куда направлена его энергия. Ну вот смотрите, например, в семье родились двое детей, да? Угу. У одного, получается, заложено предпочтение стать бизнесменом, у другого заложено стать художником, да? Да. Они разными, да, создаются, чтобы каждый по своему пути шел. Да, да. У него, например, склонности рисовать, а у того торговать. Угу. И первый не может быть бизнесмен, например, не может, угу, быть художником. Для него нужно пройти 100 этажей, чтобы стать художником. Угу. Он должен пройти 100 этажей, например. Угу. А вот чтобы бизнесменом стать, это ему легче. Один этаж пройти. А также художником. Он должен пройти 100 этажей, чтобы стать бизнесменом. А вот чтобы художником, один этаж. Угу. Смотря кто к чему стремится. И они не хороший, не плохой же. Не лучше, не хуже. Бизнесмен или художник. А почему бизнесмен может выбрать путь там в 100 этажей, чтобы стать художником? У него данные не такие. Он живет на первом этаже для художника.
Нет, а на каком основании у него возникает желание стать художником? База данных, в данных у него есть в генах. Ага. Вот у него есть в генах бизнесмен. Это его оружие, это его инструменты. Ага. Чем он может поклоняться? Для него это легко. Но. У него это развито в генах. Но. Его отец, может быть, был бизнесменом. Угу. Дед, прадед. А у художника, может быть, наоборот. У него в генах ближе быть художником, может быть. Угу. Нет, почему бизнесмен? Он там живет на первом этаже, а тот на сотом. Я просто не могу уловить, зачем бизнесмену вдруг захочется стать художником, и такой долгий путь проходить тернистый. Ему не захочется. Не захочется. Просто каждому дается то, что ему ближе. То, что ему ближе, он значит, он живет на сотом этаже. А вот те, у которых, например... Ну, когда ему навяжут кто-то, что художником быть хорошо, лучше, чем бизнесменом, а у него нет этих навыков. Ему придется пройти 100 этажей. Или художнику, например, навяжут, что лучше быть бизнесменом, быть богатым, и тогда он купит 100 картин, сколько хочет картин. То есть ему придется учиться пройти 100 этажей, если это ему навяжут. Я понял. А получается, те люди, у которых какие-то тяжелые ситуации, например, в детстве там происходили... Да. Это для вот... него это... тоже легко. Он эти ситуации живет. Пройти? Да. Потому что ему не дается ничего зря или просто так. То есть это связано... Ни один листочек не падает просто так. Ага. То есть чтобы он в будущем что-то совершил, ему надо было вот это все пройти? Подготовка. Набрать вот эти, да, навыки, да? Это его путь. И для него он на самом деле легкий, преодолимый. Он же преодолел это все. Для него это легко. Но он считает, что это трудно. Он дает оценку. Драматизирует, да? Да. Хотя внутри знает, что это было легко. Он же прошел это. И когда он проходил с помощью Всевышнего, он проходил этот путь. Вот еще, знаете, вопрос. Человек, так может случиться с человеком, что он может стать рабом своего родителя. Да. Ну, например, вот опять же, в детстве там его как-то там так угождать, воспитывали. А? Угождать своим родителям. Ну, либо бояться, да, там, родителей, там, да. И следовать только их мнению, к примеру, да, там. Да. Он боится, поэтому угождает. Угождает, да. Да. Вот как быть этому человеку, как выйти из этого рабства? Через вопросы. Задавая вопросы, да? Да. Кто мой Господь? И признаться своим родителям, что он чувствует по отношению к ним. И признаться в вежливой форме, с уважением, с благим нравом. Преподнести ему чувства. Отдать чувства, короче. Да. Тогда он избавляется. То есть все, что с ним когда происходило... родители именно... его понимают, он понимает родителей. Нужен просто контакт на уровне чувств. На уровне чувств, да. Это вот пророк Юсуф, алейхиссалям, да? Я такой вот слышал, что то, что его братья, например, в колодец бросили... Если бы они с отцом поговорили бы, то этого не произошло бы, да? Если бы они, например, вот как вы говорите, чувствами поделились бы, сказали, папа, мы чувствуем, что ты его любишь больше, чем нас, да? Угу. Тогда бы... А он же пророк, да? Якуб, да, алейхиссалям. Тогда бы он разъяснил и сказал, я вас люблю одинаково, просто он там яркий, да, маленький, да, я вот поэтому больше времени с ним прожил. То есть там не хватило вот это, да, поделиться чувствами. И тогда... Зависть. А? Зависть. И у них зависть, да, возникла, да. И то есть там через, там, я не знаю, научение и так далее, они такое решение, да, там, решили, да, там, избавиться от него. Да. То
То есть это урок для нас, что надо там, с родителями, с близкими разговаривать, да, и делиться чувствами, и тогда разъяснять вот эти ситуации, да, тогда не будет недосказанного, да, из-за которого люди потом совершают такие вот ошибки, да? Сначала признать в себе эти чувства негативные, что они у меня есть. Негативные чувства. В себе признать. В себе, да, признать, а потом признаться по адресу. То есть им нужно было признаться брату своему? Сначала признать в себе, что у меня есть эти чувства, а потом ему признаться по адресу. Попросить прощения за негативные чувства. Вы на одной из консультаций, знаете, я вот сейчас просто вспомнил, я как-то вам сказал, я говорю, я не выспался. Вы говорите, потому что, ну, груз большой, да, что как раз-таки этот груз – это негативные чувства, да, накопленные внутри, которые просто ты еще от них… Да, которые я ношу просто так. Просто так, тяжелый мешок, да? Да. И вот он давит, и ты не можешь этот, я не отдохнуть. Могу отдохнуть, я всегда хочу спать, я всегда убегаю. Потому что энергия туда уходит, да, чтобы это тащить. Да, я же ношу его, эту ношу. И опять же, вот всем людям, которые смотрят этот подкаст, очень рекомендую, да, пользоваться практикой этой, я не знаю, как назвать, да, но вот отдавать чувства через там прошение, прощение. Ну вот лично мне это единственное, что да, помогло, потому что ну, я вижу по своим изменениям, да, я вижу, как стало гораздо легче жить, дышать, да, и это каждый день происходит. Я вот сейчас до начала съемок рассказывал, как я сегодня там с утра, да, у человека попросил прощения вообще на ровном месте, но альхамдулиллях, да, вот та ситуация была создана, чтобы сегодня там вот из этого мешка, да, там какую-то часть убрать, да? Да. И знаете, самое, ну, то есть один из бонусов вот этого, что с тем человеком и отношения нормальные сразу стали. Да, вот этого недосказанного не осталось, да, вот этого негатива. Ты, то есть, можешь с этим человеком там продолжать общаться, там, здороваться, разговаривать. Альхамдулилля. Вот. Кто хочет более как-то подробно, глубже понять, да, я рекомендую посетить семинары Торибек Ага. Там это все очень так доступно объясняется. Вот. Лично я там как бы, это все с этим стал знакомиться, да, и применять. Так, ну, про рабство перед родителями мы обсудили, да, что человеку нужно просто поделиться чувствами со своими родителями, да, попросить прощения за негативные чувства, да, и освобождаться от этого груза. Вот я, знаете, еще вот, ну, по поводу родителей, вы как-то тоже советовали через, опять же, размышления, да, через осознание, ну, как от этих детских обид, да, избавляться. Вот, например, я сейчас живу, у меня есть там дети дома, да, слава Богу. И я вот на них смотрю, и я понимаю, что вот какая-то обида у меня, например, осталась из детства, детская причем, да, обида. И я, как будто бы мне Создатель через моих детей теперь показывает, из-за чего я мог обидеться. То есть я уже в позиции взрослого родителя, наоборот, да, мне показывает, вот смотри, твой родитель был в такой позиции, да, а твой ребенок, это вот ты в детстве, да? Вот где нестыковка, короче, да? Да? Вот где ты неправильно воспринял ситуацию. Твой родитель не желал тебе плохого, да? Он не то, что там тебя не любил, просто он там, я не знаю, там нервничал вообще там по другому поводу, да? А ты это воспринял на себя, да? Лично к себе, да? Что вот к тебе плохо относится. И вот так оно происходит, да, вот так через вот эти размышления, воспоминания, да, пазлы сходятся, и можно отпускать обиду, да?
Да. Понимаете, оказывается, не было повода обижаться. Да, оказывается, ко мне никто плохо не относился. Да. У казахов же есть пословица. Ценность своих родителей познаешь, когда ты сам будешь родителем. Родители. Да. Угу. То есть, оказывается, они ценные родители. Угу. И я забыл, кто такие родители. Угу. И когда Всевышний дает детей, я вспоминаю своих родителей. Я начинаю их понимать. Угу. Я начинаю видеть себя, каким я был ребенком. И мне даются дети для того, чтобы я опять стал им ребенком для родителей, чтобы я был их ребенком. Но я стал им учителем, я их не понимаю. И дети мне это тоже показывают. Когда меня не слушают, капризничают, они показывают, что я тоже стал своим родителем, учителем. То есть они ставят меня на место, они показывают мне, кто я, они меня воспитывают. Мы детей не воспитываем. Это вот то, о чем вы говорите. Роль ребенка – это главная роль, самая главная роль, первая – это быть ребенком. Ага. Если я эту роль правильно выполняю, тогда остальные роли я выполняю тоже правильно. Угу. Поэтому пока я эту роль не исполню, первую роль ребенка, угу, дальше я не могу двигаться, угу, выполнять другие роли хорошо. Угу. Пока первую роль я не исполню правильно. Угу. Поэтому этот урок мне каждый раз повторяется, дается. Чтобы я здесь встал на свое место. Да, чтобы я нашел себя, свое место. Перед родителями. Перед родителями. Кем я им являюсь. Угу. Для них я ребенок вечно. Угу. Я должен их только уважать. Угу. И служить. Альхамдулилля. Мы это обсуждали, да, тоже на одном из подкастов, и я думаю, что это тоже очень важная тема, потому что, ну, я тогда как-то ее по-другому воспринимал, да. Сейчас, по прошествии времени, я вижу, как, ну, у меня внутри какие-то изменения происходят. И когда я вот в сердце намерение взял, да, попросил у Всевышнего Аллаха, да, сделал дуа, я говорю, Аллах Тагала, вот помоги мне, да, чтобы я вот на своем месте оказался, да. И оно, ну, оно стало происходить. Угу. Да. Поэтому те, кто еще где-то сомневается, да, там есть какие-то сомнения касательно там, быть верующим или не быть верующим, я бы очень рекомендовал дать себе шанс, да, стать по-настоящему счастливым, да, и воспользоваться этой невероятной возможностью обращаться к тому, кто тебя создал, да, и тогда и придет настоящая помощь. Вот еще один важный момент, по моему мнению, на что стоит обращать внимание, что раздражение к ребенку – это на самом деле раздражение к супругу, да, или к супруге. Да. Вы об этом как-то говорили в подкасте, вот, но мы как-то так ее, не то чтобы вскользь, но мы много не обсуждали этот момент, да. Но если посмотреть в жизни многих семей, мне кажется, вот муж, жена, они друг с другом там ругаются, потом срываются на детях, да, и я думаю, что некоторые из них, они остаются в неведении, да, они думают, что их на самом деле ребенок раздражает, да. И здесь они себя не могут понять, да? Бывает же там, человек там прикрикнул на ребенка, да, потом себя ругает, зачем я на ребенка крикнул. Да, на самом деле ребенок отразил его супруга, да, или супругу, да? Кого ребенок раздражает, на самом деле, угу, того и отражает.
Твою, а, того отражает, да? Да, кого он раздражает, ага, того и воспитывают. Того воспитывают. Да, а-а-а, того он отражает. Если, например, я раздражаюсь на ребенка, ага, значит, у меня отношения неправильные с его матерью. То а-а-а есть с супругой. Ага. Я должен идти к супруге. Ага. Просить прощения. Просить прощения. За раздражение. За то, что я раздражался. А ребенок просто мне служит, он мне показывает. Ребенок для меня создан. И он мне помогает. Он жертвует собой. А я на него срываюсь. А ребенок, он же ангел. Он безгрешный. Он всегда мне помогает. Он меня отражает. Ну вот знаете, Турбек ага, это же на самом деле так оно и есть. Я не то чтобы там, да, сказать, я там подтверждаю ваши слова. Я просто, я не знаю, на консультации спросил или во время подкаста, я уже не помню. Я как-то спросил у вас, я говорю, ну вот если там дочка плачет и тебя это раздражает, да, вы тогда сказали, что ну, супруга отражает, да. Я вот стал этой практикой, да, пользоваться, скажем так, да, стал просить прощения у супруги там, за раздражение, там, если где-то там позлился, да. И вот буквально день-два как, да сегодня даже, наверное, это было первый раз, когда у меня дочка так же плакала, как раньше, а я, хвала Аллаху, Господу миров, я смотрю, а у меня нет уже раздражения такого. Да, вот просто нету. Я раньше так себя за это ругал, что я мог раздражаться на маленького ребенка, да, я себя очень сильно ругал, да. Я уходил в другую комнату, да, я думал, потому что я вот, да. А сейчас я вижу, что, ну, вот оно, чудо произошло, да. У жены попросил прощения за то, что там позлился, пораздражался, и оно стало уходить. Сегодня она плакала. Что ты чувствовал? Любовь к ней чувствовал. Ну, не знаю, вот. Милосердие? Да, да. Даже? Угу. Теперь она развивает милосердие. То есть она показывает, какой Всевышний милосердный. А-а-а. Я познаю, что такое милосердие. Маша. Я уже не раздражаюсь. Но. Я уже развиваюсь в позитивную сторону. А-а-а. Я познаю, что такое милосердие. А-а-а. Раньше я злился, раздражался. А-а-а. Я не понимал, что такое милосердие. А-а-а. Я заставлял всех замолчать. М-м-м. Я им не помогал. А теперь я понимаю, кто такой родитель. М-м-м. Какое чувство это милосердие, откуда оно идет и кто его дал. Я м-м-м понимаю теперь, какой Всевышний милосердный, м-м-м, когда я плачу. А-а-а. Причем его милосердие по сравнению с моим, это, да, опять же, капля и там, да, безграничный океан, да? Когда я плачу, какой он милосердный. Я начинаю понимать. И ребенок тоже мне служит, он мне показывает. И мое восприятие поменялось. То есть это какой-то вот рубеж был пройден, да? Да. Облегчение приходит с тяготой, да? Да. То есть тягота проходит и приходит облегчение, да? Это вот, да, это вот? С каждой тягостью есть облегчение. Угу. Оно с каждой тягостью. Они идут вместе. В одном пути. Да. Просто я должен увидеть, если я не вижу позитива, тогда я вижу тягость. Угу. После тягости я... остается только позитив. Угу. Вижу позитив. Хотя я мог сразу заметить позитивное. Угу. Ну вот, сори, да, я этот перебил. Я вот, если арабский язык брать, я в одной лекции слышал, оказывается, именно этот аят, он переводится именно, что не после тяготы приходит облегчение, а что облегчение приходит с тяготой. И там объяснялось, что если какая-то тягота пришла, ты радуйся, тебе облегчение идет. Это признак облегчения, да? Да. Скорого. Просто тягота – это моя оценка, поэтому.
А на самом деле Всевышний дает только облегчение. Вот оно. Оценку даю я, что это тяготы. А он каждой моей оценке дает облегчение. Всевышний. Ага. Каждую мою оценку он облегчает. Угу. Вот, Ребекова, я вот все хотел спросить, да? Вот сейчас был момент, я там взял, перебил вас. Я давно замечаю, у меня есть вот эта привычка. Да, я иногда могу человека перебить. Это крайне вообще, мне не нравится самому. Да, мне хочется, как вот от этого избавиться? Зачем мне это? Я должен сначала его принять, что это у меня есть. Ага. Тогда я пойму, от чего избавляться. Ага. Когда я это принимаю, что это у меня есть, понимаю свои ошибки. Ага. И замечаю, где это я совершаю. А, и потом я буду это просто уже фиксировать. Потом я могу избавиться. Когда я зафиксировал эту ошибку, теперь я могу ее обходить. Получается, я ее еще до сих пор нормально не признал, да? Если я не признаю, тогда я всегда буду туда проваливаться. Угу. Ну, я стал... Вот у меня такой период, когда я стал уже хотя бы подлавливать себя. Я такой думал, ах, блин, опять перебил, да? Сначала, да. Все негативы, которые я вижу, нужно их просто принять. Любой негатив можно принять. Тогда это наслаждение. То, что сначала это первый шаг. Принять, да? Да. Что вот я принятие... вот перебиваю. Угу. Угу. Потому что такое хочется свое мнение высказать, типа, да? Да, пусть. Зато я понял, где я перебиваю. Угу. Зато я понял, где нужно стараться. Ага. Я могу ошибаться, потому что это просто инструменты. Ага. Это лестница, которая меня ведет. Ага. И за это можно себя не осуждать, не обвинять, а просто принять, что это ошибка. Просто я ошибаюсь. Могу ошибаться. Но вот это важно, да? Вот, да? Вот это. Когда я себя не виню, я могу работать над ошибками спокойно, исправлять. Тогда процесс будет быстрее. Когда я начинаю себя обвинять, я там торможу, задерживаюсь в развитии. Я начинаю идти не туда, в сторону обвинения себя. Гнобить себя. И унижать себя, свой потенциал. Осуждать себя вместо Всевышнего. Он меня же не осуждает. Угу. Он меня ведет. Он меня еще не обвиняет. Он меня только ведет. А я торможу, я себя обвиняю. Занимаюсь не тем, чем надо. Он показывает свое милосердие всегда. И Всевышний Аллах в этой жизни не наказывает же никого? Нет. Вот, знаете, ну, это же ошибочное мнение, да, когда человек думает, что вот с ним что-то произошло, его Создатель наказал, да, в этот момент. В этой жизни человек только сам себя наказывает. А Всевышний наказывает после определения, то есть после дня суда. Когда настает день суда, над ним будет суд, тогда Всевышний определяет, кто виноват. И до суда человек может покаяться, пойти с повинной, признать свои ошибки. Просто покаяться, но не винить. Обвинять — это не мои полномочия. И я себе не хозяин. Чтобы себя судить вместо него. Ну вот я с одними людьми, у нас тоже такой, знаете, спор случился по поводу того, что там, да, наказывает он в этой жизни или нет. И я вот отстаивал позицию, что не наказывает, да, что... Человек наказывает себя. Воспитывает, он, да? Он притягивает самонаказание. Сам себя наказывает. Да. А зачем человеку хочется вот стоять на позиции, нет, вот он наказывающий? Зачем это? Просто упрямство, может быть.
Лучше же верить, что он не наказывает. Гораздо круче жить. Да. Гораздо легче жить, да? Всевышний говорит, я такой, каким вы меня знаете. То есть он будет относиться ко мне так, каким я его познаю. Если я думаю, что он милосердный, он будет я вижу его милосердие везде. Если я думаю, что он наказывающий, я вижу везде его наказание. Что он меня наказывает. А на самом деле он себя представляет всегда в Коране, перед каждой сурой, что он милостивый и милосердный. Угу. Вот знаете, я сейчас вот мысль пришла. Вот когда я с этими людьми спорил, они же меня отражали. Да. Значит, во мне это было, что я все равно его воспринимал, да, наказываюсь. Хоть и у меня с уст звучало одно, внутри, значит, я по-другому думал. Потому что буквально вчера вроде это было, я не помню, что-то, короче, случилось, и у меня мысль возникла. А, я вот с теми людьми вот так вот поговорил, и за это мне Аллах вот это сделал, да? Это вот, оказывается, вот это во мне сидело, да? Он не отражает все. И те люди просто меня отражали, да? Мне, опять же, Создатель показывал, в чем я ошибаюсь. Да. Через этих людей, да? Машалла. Вообще, с отражением это настолько крутая штука. Я вот сейчас сюда ехал на съемки и об этом думал. Ну, я в последнее время часто об этом думаю, размышляю. Это же круто, когда никто не виноват. Это нереально круто. Да. Когда, оказывается, нет врагов. Да. Да? Сразу мир стал меняться. Я об этом давно мечтал, чтобы мой мир начал меняться, потому что все время жить вот в этом военном положении, что-то это вообще как-то не очень неприятно оказывается. Человек сам себе враг. Сам себе такой мир создает, полный опасностей, полный недругов, да? Да. Предателей, обманщиков и так далее, и так далее, и так далее, да? Да. Хотя весь мир, по сути, к нему дружелюбен. Всевышний ему дает только благо. Угу. А все плохое от нас. Машалла. Вот, знаете, вот такой вот момент, опять же, связанный с отражением. Мне вчера позвонил один человек, и мы что-то разговаривали по телефону. Он говорит, там, чем занимаешься? Я говорю, ну, я вот там собой занимаюсь. И здесь он мне такую фразу говорит, не, ну, брат, работать тоже надо. И она мне не понравилась, эта фраза, да, ну, это меня триггернуло, да. И я ему говорю, да не, говорю, все нормально, не переживай, да. Вот в этой ситуации он меня же отразил. На самом деле я беспокоюсь, что я якобы там не работаю, там, не зарабатываю деньги, да? Да. Он отразил мой страх, да? Да. А то, что я сказал, не переживай, это кто говорит во мне? Тоже я. Тоже я? Да. Это диалог с самим собой? Угу. Он мне помогает понять себя. То есть я сам себя успокаиваю? Да. У меня есть эти знания. Я сначала увидел свою ошибку, потом начал себя успокаивать. Вот то, что я успокаиваю, это правильная позиция. Да. Что переживать не надо, потому что все под контролем у Всевышнего, да? Да. Если анализировать, я такой смотрю, чем я занимаюсь в жизни. Я на самом деле занимаюсь, ну, я так считаю, важным. Самым важным я занимаюсь собой, да? Угу. Познанием себя, познанием Всевышнего Аллаха, да? Не тем, что меня раньше тревожило, беспокоило, да, там, заработок и так далее, да? Угу. Ну, слава Богу, у меня там Аллах Тагала мне до этого подготовил так, чтобы я мог спокойно этим заниматься, да? Угу. То есть здесь получается диалог с самим собой, и то, что я говорю, не переживай, этого нужно и придерживаться, да? Да. Угу. То есть сам себя успокоил и показал себе, что у меня, оказывается, есть вот это переживание, да? Да. И эти переживания можно убрать через познание имени Всевышнего Аллаха, что Он дающий удел. Да. Да?
Он дающий, и все ему принадлежит. И все ему принадлежит. И мне не за что переживать. Потому что все его, ему принадлежит. И что я ничего не теряю? Потому что ничего не имею. А тогда не за что переживать. А вот это у меня переживание сидит, потому что даже вот сегодня, знаете, я ехал по вашему совету, мне Требека посоветовал стараться быть щедрым мужем, да. И по вашему совету я такой же не говорю, вот там это хотела, вот да, тебе там, подарок. Это хотела, о, давай это тоже подарок. Она, честно говоря, в шоке. Она думает, подменили, короче, мужа, да, там, инопланетяне, прилетяне. Ну, в общем, да. Я себя в этот момент классно чувствую, когда я могу там супруге, да, там сказать, раньше я так, ну, не позволял себе, да. И вроде хорошо, а потом, знаете, еду, и тут какая-то мысль закралась, и вот здесь вот этот страх возник. Я думаю, эй, подожди, я сейчас там деньги не зарабатываю, а трачу больше, чем когда я раньше зарабатывал. И вот этот вот страх, он опять выскакивает. Да? Я боюсь потерять. Боюсь потерять. Да. На самом деле Всевышний мне дает на что тратить. Это же благо. Угу. И ради кого я трачу? Ради него. Да. Угу. И для кого я это делаю? Угу. Для его рабов. Да. Я ухаживаю за его рабами. Да. И ради него. Ага. Это поклонение. Ага. И я трачу его деньги. Ага. А его деньги не кончаются. Ага. Его казна создана для меня. Ага. И я боюсь, что они кончатся. Кто меня пугает? Пугает? Да. Его казна же не кончится. Но. Раз он мне дал один раз, он может давать бесконечно. Ну да. И он меня ведет, показывает, на что тратить. Он дает мне чувства. Вот когда я себя хорошо почувствовал, это как раз-таки если верный путь, да? Да. Я себя чувствую хорошо. Он дает мне наслаждение. Угу. Он не хочет, чтобы я страдал. Угу. Когда я трачу на то, что мне доверено, угу. Супруга, это доверенное мне же, ну, им, Всевышним, ага. Чтобы я за ней ухаживал. И было сказано делиться тем, что я кушаю и что я одеваю. Ага. Одевать вот в то, что я одеваю, и то, что я кушаю, кормить угу. тем же. Угу. Если мне нравится кушать вкусно, одеваться красиво, я должен этим делиться тоже. Угу. И Всевышний способствует. Он создает все для этого, чтобы я не страдал. Если я принимаю его благо, его щедроты, я его восхваляю, я благодарю. И он говорит, если вы благодарны, я увеличиваю. Я благодарен тогда, когда использую уместно. Все по инструкции уместно. Когда я не расточительствую. Когда трачу уместно все. То есть все дозволено, если. И тратить на жену, на семью, это же первостепенно, на что я должен тратиться. И тогда, если я доволен, меня все отражают. Тогда все довольны. Дома все довольны, потому что я доволен. Они меня отражают. А я доволен, когда могу их обеспечивать. Всевышний хочет, чтобы я был доволен. Он дает мне тратить. Я жалею его деньги. На что мне тогда тратить? Если я боюсь, что завтра я останусь голодным, завтра еще не наступило. Я переживаю за завтра, которого еще нет. И я забыл, что сегодня у меня это есть, что я должен это использовать сегодня, не завтра.
Это вот многие вот этих вот страхов, да, там что-то потерять и так далее, они же растут из вот этих установок, да, которые у нас в голове сидят, да? Да, которые... Первая ошибка – это присвоение. Присвоение. Я присвоил, потом боюсь это потерять. Деньги, которые у меня есть, я присваиваю. Потом боюсь их потерять, что они больше у меня не появятся. Тогда я проявляю недоверие Всевышнему, что Он больше мне не даст. Я могу просить у Него, у Всевышнего, чтобы Он никогда меня не обделял. Даже? Угу. Всегда давал мне то, что я прошу. А, такой дуа можно делать, да? Даже я могу просить все, что угодно же. А, все, что угодно можно, да? Да. Он же не запрещает мне просить. Он сказал, проси, я дам. Он любит давать, он же щедрый. Он дающий, обеспечивающий. И все блага его же, и ему ничего не жалко. Они все для меня же созданы. Все блага. И если я их не использую, для кого они созданы? Ну, оно звучит, знаете, слишком круто это звучит. Я не могу себе позволить принять его благо. Но. А для кого они созданы? А почему трудно это принять так? Потому что у меня установки с детства. Что нужно затянуть ремни потуже. Что нужно тужить, а не жить. А надо, наоборот, жить, а не тужить. Я вот как раз-таки, знаете, вот об этом и хотел, да, поговорить. Вот я недавно папе об этом рассказал. Я говорю, оказывается, ваша фраза «нужно потуже затянуть пояса». Я говорю, оказывается, это ну, вот, тоже результат там, какой-то пропаганды через кино. Да, это в советских фильмах было. Да, там идет война. Очень все так тяжело, и такой там глава семейства, да, там приходит, там, вот, там принес маленький кусок хлеба и говорит, надо потуже затянуть пояса, и у всех очень такой тревожный, да, взгляд. Причем, помните, актеры еще, они вот так прям играли, да, музыка, крупный план брали, да, и так тяжело. Это же все влияло, да, на детскую психику, да. Да. Ребенок думает, какой мир очень сложный, жизнь очень сложная, нельзя... там, лишнее себе позволять, да, и так далее, да. Хотя, страх, сути, что все заберут. Заберут, кончится, да. Умрешь. Это все голову. Было раскулачивание же. Все забирали, и страх оттуда остался. А как избавляться? Приучали, чтобы мы привыкали так жить. Целенаправленно делали, да? Потому что, ну, такими людьми управлять легче было, да? Да. Который очень ограничен, да, и он не будет задавать лишних вопросов, он всегда будет думать о том, как бы прокормить там себя и семью, да? Да. Это тоже мое настроение, тоже мое воображение, когда я представляю себе мир таким, что у меня все заберут. Ага. Я это притягиваю. И оно начинает происходить. И оно происходит, да. То есть, каким я этот мир знаю, таким он и будет отражаться. А как изменить представление о мире? Задавать вопросы, кто я. Кто я? Да. Я забыл, кто я. Кто меня кормит? Я раб, у меня ничего нет. Да. У меня есть Создатель, который никогда всегда меня всем меня. Обеспечивал. Никогда меня не оставит он. Все под его контролем. И ничего не бывает просто так. И он дает все, что я прошу, ему ничего не жалко. Я просто не прошу. Угу. Надо просить. Он сказал, проси, я дам. Да. А вот люди говорят, мне стыдно просить у Всевышнего Аллаха. Это наущение. Для себя просить. Это все наущение, да? Да. Угу. Я ограничиваю его казну. Ему ничего не жалко. Я не знаю, отец приехал там из командировки, да,
и у него целый грузовик игрушек, да? Да. А ребенок стоит в соседней комнате и говорит, мне стыдно просить у папы игрушку, да? Да. А там КамАЗ их, да? Да. А он стоит там со старой, да, какой-то, да, порванной, да, там, игрушкой, да? Да. То есть этот КамАЗ же для ребенка везли? И отец скажет, я же для тебя это привез. Ну. А же? Ну. Он скажет, не переживай, это все для тебя. Ну. Точно так же вся Вселенная для человека. Ему ничего не жалко. Почему человек не склонен упрощать, не склонен вот к такому благому тянуться? Почему он выбирает какой-то другой путь? Потому что он не размышляет. Не размышляет. Всевышний говорит, почему вы не размышляете? Очень часто, причем. Очень, да, часто, в Коране, да. В Коране, да, есть. Говорит, да. Почему вы не размышляете? Размышление приводит к наслаждению. Он понимает истинный путь, когда размышляет, находит легкий путь. Но нам всегда долбят, что легких путей не бывает. Да. А наоборот, Всевышний все облегчает. Он говорит, не усложняйте, облегчайте. Угу. И он говорит то, что он сам делает, Всевышний. Он все облегчает. И нам сказал, не усложняйте. Облегчайте. Uh-huh. И он сказал, не пугайте, а радуйте. Uh-huh. Ну вот то, что такие, например, установки, такие там, вот, там фильмы через там, фильмы через этот, это же тоже все происходило по воле Всевышнего Аллаха, да? По воле, его воля. Это щедрость. Он дает все, что мы просим. А-а-а. Ему ничего не жалко. А-а-а. И он дает самое легкое. А-а-а. Если я прошу наказания, он дает самое легкое. Когда я сам себя наказываю. А вот человек, например, просит себе там плохого. Да, он дает самое легкое. Самое легкое, да. Дает, да. Чтобы я понял, что это нельзя просить. Чтобы опомнился, да, человек, одумался, да? Чтобы я не страдал. Потому что он милосердный. Uh-huh. Он не хочет, чтобы я страдал. Uh-huh. Но он щедрый, ему ничего не жалко. Uh-huh. А вот, ага, вот из психологии, да, вот этот треугольник Карпмана, да, там жертва, агрессор и спасатель. Это вся тема рабочая же, да? Да, рабочая. А почему человек вот в жертву впадает? Потому что не размышляет. Не размышляет, и у, да, него есть там выгода быть жертвой. Манипуляция, да? Да. Чтобы тогда его пожалели, да? Да, он обращает на себя внимание. А еще вот говорят, что якобы жертва – это тиран, у которого забрали власть. Да. А. Если у него есть выгода, значит, он манипулирует, значит, он тиран. Когда у него есть выгода. Это, знаете, вот похоже на то, да, там, я не знаю, там. У него все виноваты, у жертвы. Угу. Агрессор виноват. Ну, вот, например, не знаю, во дворе, да, там мальчик бьет более слабого мальчика, тут прибежал старший брат этого, угу, и этот сразу из этого агрессора превращается, ай, помогите, помогите, да, это вот сразу жертва, да, впадает, да, чтобы не получить, да, потому что знает, что здесь могут, угу, пожалеть, да. Да. Это вот на это похоже, да? Да. Ага. Это вот я с одним человеком как-то разговаривал. Ну, я понимаю сейчас это, я понимаю, что мне, значит, со стороны показывали меня, когда... Ну, вот я со стороны видел, какие человек ошибки совершает вот в жизни, но он их не хотел видеть, и ему легче было вот жертвой быть, да? Он жаловался на то, как вот тяжело ему в жизни и так далее. Он просто не хотел идти вот эти вопросы, да, разрешить, да, там взять на себя ответственность, да, понять. Он, да, просто не знал, что нужно задавать вопросы, может быть. Угу. И он видел для себя оптимальный путь, как выйти из ситуации. Как он привык с детства поступать, да? Да. Ага.
на тот момент это так было. Да? А для меня это было просто... Мне показали, что я сам делаю. Угу. Все знамения для людей размышляющих показывают. Для тех, кто размышляет. Кто не размышляет, хоть сколько ему показываю, не видит. Это нет вот вопроса. Во мраке, да? Да. Нету запросов. Да, так что надо размышлять. Уважение к себе – это уважение к другим. Да. Тоже отражение. Когда я себя уважаю как его создание, высшее создание Всевышнего. То есть я себя, когда не присваиваю, я уважаю его создание. Я ценю его создание. То есть я не свой, а его. И я вижу, что у меня самое лучшее, самое дорогое, самое ценное. Все, что мне дано. И что он меня ничем не обделил. Наделил всем, всеми благами. Каждый человек. Да, каждый человек. То есть человек – это высшее создание же. Высшее создание. Ага. Которое достойно уважения. И я тоже должен его уважать. Его создание. Ну, чтобы... Вот верно ли так мыслить? Чтобы уважать других, начать уважать других? Не чтобы уважать других. Просто уважать. Ради него. Ну вот, чтобы начать уважать других, надо начать уважать себя. Нет, не чтобы уважать других. Просто уважать себя. Начать ради Всевышнего. Потому что это его создание. А то автоматом тогда произойдет. Автоматом. Это бонус. Я могу уважать всех. Я научился уважать человека в лице себя. Угу. Все. У меня есть опыт уважать всех людей. Потому что это все одно и то же. Человек. Его создание. То есть уважать само понятие человек. Да. Да? С этого начать, да? А лучше всех ты себя знаешь, да? Да. И себя как человек уважаешь, тогда ты, в принципе, понятие человек уважаешь, да? Да. Оказывается, человек – это не что-то там, недостойное уважения к отца. И путь человека сразу, да, другого уважаешь, да? Да. И его ошибки уважаешь, да? И понимаешь, что это все мое отражение. Это не его ошибки. А, ё-моё. Точно. Вот это вот мне тема тоже помогает. Иногда так хочется подумать... Ах, какой этот человек, вот он уже, подожди, он же меня показывает, оказывается, это я. Да. Человек, например, который плюется, меня раздражает, значит, я тоже плююсь. Где-то. У меня, может быть, плевки другие. По-другому плююсь, может быть. Но это действие я тоже совершаю, повторяю. А как можно по-другому плеваться? Ну, кого-то... На кого-то плеваться. Словами? Словами, да. Отношением? Отношением. Какое-то презрение, да, там проявлять, да? Да. А вообще вот плеваться на землю нельзя же? На самом деле, где люди проходят, чтобы они видели твои плевки. Нельзя? Да. Ну, нельзя, это закон же. Ага. Нельзя причинять людям вред. Вред. Чтобы ему не было неприятно. От руки, языка которого никто не видит вреда. Поэтому, где никто не видит, то где никто дозволено. Не видит. Да. Где никто не наступает. Угу. На землю можно плеваться. Но только где никто не видит, никто не наступает. Ну, отошел где... за дерево, да, к примеру? Да. Ну, то есть... То есть у человека может быть кровит зуб. Он вышел из зубного, у него наполняется рот кровью. Он должен где-то это выплюнуть. Но негде. Он находит место, где никто не наступает, никто не видит. По-другому нельзя.
Угу. Он может выплюнуть. Угу. Имеется в виду не показывать людям то, что ему самому не нравится, видите? Угу. Есть над чем подумать. Потому что ну, многих людей, например, ну, как я слышу, там, раздражает, когда кто-то из машины взял, плюнул на дорогу. Да? Да. Это же видят люди. Да. Да. Ну, там невозможно, там вот так дверь же еще открывает, например, да? Да. И если меня это раздражает, мне надо поискать, где я сам да, где могу... я это не принимаю в себе. Должна это принять. Тогда я таких людей больше не вижу. Они плюются, но меня это не касается. Просто я их не замечаю, да? Да, они не для меня плюются уже. Просто я не обращаю внимания, получается, да? Я их не замечаю, да. Потому что я это принял. То есть моя камера уже туда не направлена, да? Угу. Это меня не касается. И потом меня это не раздражает. Я могу только, может быть, соболезновать, сострадать, сочувствовать. Может, у него зуб выдернули. А там уже 70 оправданий, да? Да. Человеку, да? Альхамдулилля. Почему человек не запоминает хорошее? Я вот в одной статье психологической, да, там, про психологию, читал такое, что якобы психика ребенка устроена так, что он запоминает нехорошее, потому что, чтобы в будущем защититься от такой ситуации. Вот она ему боль какую-то принесла, и чтобы в будущем избежать этого, да, он да. это запомнил. А хорошее, получается, ему не нужно запоминать, потому что хорошее боль не приносило ему. Угу. Это так на самом деле, да? Это один из вариантов. Один из вариантов. Да, он может запоминать хорошее. Хорошее же есть много. Но... Он просто на этом не концентрируется. Ага. А так это у него есть в памяти. Хорошее. Ага. Он это иногда вспоминает. Ага. Бывает в детстве, когда тебе давали конфету, было приятно. Угу. Давали хлеб, было приятно. Даже? Угу. Это же хорошие моменты. Угу. Он их помнит. Угу. Просто на этом не концентрирует свое внимание. Угу. А только на плохом, на негативе. А почему концентрирует на негативе? Это тоже его установки. Что мир такой? Да. А есть у него какая-то выгода воспринимать мир таким? Есть. Страх. Опасение. А зачем ему? Он хочет себя уберечь. Обезопасить. Да, обезопасить. То есть в детстве он мог напугаться, да? Да. И теперь всю свою энергию направлять на то, чтобы быть в безопасности, да? Да. Находясь в самом безопасном месте, под контролем, потому что у да. Всевышнего, да? Он все время ходит вот в этом панцире, да? Угу. И этот путь ему был предписан, чтобы в какой-то момент он понял, что ему вот этот доспехи вообще не нужны. Да, там 100-килограммовые, да? Да. Они ему нужны как поклонение, как инструменты. Но не чтобы он парился и беспокоился, страдал. А просто использовал как инструменты для поклонения. Ну, чтобы в какой-то момент просто их сбросить, да, и понять, оказывается... Что можно не страдать. Ага. Он может защищаться, не страдая. Ну, по сути, ни от кого же защищаться. Например, я покупаю замок, ага. закрываю дверь. Со страхом или без страха? Что кто-то войдет в дом. Со страхом? Со страхом. А могу без страха просто использовать как поклонение. Потому что он велел привязать верблюда. Сначала. Просто по инструкции все делаешь, по инструкции делаю, без страха. А-а-а. И неважно, кто войдет, не войдет.
сломает замок, не сломает. Я делаю просто ради Всевышнего. Действие с намерением ради Него, чтобы это было поклонение. И без страха. Ага. Вот по поводу, смотрите, инструкции и ради Него. Это похоже на то, что, например, человек хочет приготовить суп. Да? Там да. Какой-то борщ. Он берет, и вот у него есть рецепт. Капуста, там, то есть, да, там, соль, вот столько, столько. И чтобы приготовить вкусный борщ, ему просто нужно все по рецепту сделать, да? Как написано. Но да. Когда человек начинает там вместо соли там бросать, там, я не знаю, перец, вместо капусты он там решает бросить, там, я не знаю, что-то другое, да? Тогда у него этот суп и не получится, да? То есть нам настолько все облегчено, просто по рецепту делай, да? Да? Сказано, привязывай верблюда, то есть закрывай дверь. Ты пошел, закрыл дверь и не паришься, да? Да. Я могу установить охрану, например. Даже? Угу. Но не потому, что я боюсь, не со страху. Ага. А потому, что было сказано привязать верблюда и все. Вот знаете, вы... Ну, ничего же случайного не бывает. Вы вот сказали пример, как там, замок, дверь закрывать. Я понял, у меня, оказывается, это есть, потому что в детстве родители говорили, иди проверь, дверь закрыта или нет. И такая тревога сразу, да? Угу. Как будто кто-то теперь ночью хочет прийти, короче, залезть. И знаете, залезли домой, это притянулось, да, получается? Может это? Быть. Ну, то есть, как вариант, да? Может быть. Все время боялись, что ограбят, и пришли, и ограбили. Да. Да, обворовали. Может быть. Хорошо, что все спали без каких-то, просто вынесли там вещи, да, там на первом этаже мы жили. Тоже это как пример, наверное, сейчас для меня, да? То есть, может что быть. Можно притянуть то, да. О чем ты, чего боишься, да? Да. То есть, ну вот, тот случай в жизни, для чего-то же он произошел, я же его запомнил, да? Может быть, для этого момента, чтобы я понял, что может быть. Эти страхи, они не нужны, да? Что страх мы отправляем, как вы говорили, по адресату, да? Надо да. бояться только того, кого нужно бояться. Да. Интересно. Почему человек стремится к признанию? Потому что он себя не признает. Не принимает. Не принимает. Не признает себя. Не признает себя. Да, кем он является? Рабом Всевышнего. Почему не признает? Потому что не размышляет. Да. Все просто. Не размышляет, потому что ленится. Не задает вопросы. Не задает вопросы. А не задает вопросы, потому что разные причины могут быть. Да. Просто не знает, может. Не научили его, да? Да. Что не было примера, задавать да? вопросы, да. Угу. Ну, вот вы говорили о том, что может быть легче просто копировать, да, там. Да. Вот родители не задавали вопрос, он думает, я тоже тогда, да, так буду жить. Ага. А остальное это уже компетенция Всевышнего Аллаха, он сам, да, там, решает, кто будет задавать вопросы, кто не будет. Если я задам вопрос, он дает ответы. Вопрос это запрос. Это молитва. То есть там двери всегда открыты, да? Да. Что мы и ему не ничего делаем. Не жалко. Там нам всегда рады. Да. Да? Он просто сказал, не... проси же. Да. Он сказал, проси. Ага. Вопрос это запрос. Это просьба. Это молитва. Любой вопрос он отвечает. Приходит мысль. Это его ответы. Он же насильно просто... Ну, получается, Всевышний Аллах, он же, если можно так говорить, да, я не знаю, можно или нет, но он же сам же и уважает свои создания. Да. И он же не принуждает никого. Да. Да? В религии нет принуждения. Но. Потому что если будет принуждение, там будет двуличие. Но. Это опять же там бить ребенка, потому что он намаз не совершает. Да? Да. Зачем такая вера этому ребенку? Там же не будет веры, там будет страх. Да, что накажут. Да. Угу.
А вот смотрите, прошу прощения, да, вот смотрите, как будто я вам да, указываю, что делать. Ну, я с другим да, это, смыслом. Вот есть такое, кто-то говорит, что там якобы Всевышний Аллах кого-то приводит в ислам там либо по доброй воле, либо, короче, по принуждению, да, либо насильно. Это же не так? Нет. Но. Он ведет того, кого пожелает. Прямым путем. Кого сам пожелает? Да. Но изначально тот человек же должен этого желать, да? Но а, ну тот желает, потому что Аллах желает. Да. Всевышний нам желает только блага. Все от Него же. Если человек сопротивляется, тогда Всевышний его не ведет. А если человек сам... То есть изначально Всевышний Аллах всем желает. Да. Поэтому каждому человеку построили дворец в раю. Да. Да? Для всех же построен. Просто не все будут заполнены, да? Ну, то есть людьми. Может быть. Ну, я такое читал. Я не знаю там что. Где-то читал такое, да? Может быть. Ну, смотрите, опять это смотрите, в общем, всем желает блага, всем желает рая. Угу. Но тут люди, часть людей, сами сопротивляются, говорят, нет, мы не хотим туда. Да? Да. Вот не хотим, отстаньте, да, от меня. Да. И его не трогают. Да. Потому что он никого не принуждает. Да? Да. Для меня, вот знаете, этот вот момент такой был удивительный, когда я ну вот в Коране, да, как Аллах Тагла обращается к пророку Мухаммаду, салям, да? И для меня это так было, знаете, удивительно. Я думал, как Создатель может относиться с такой любовью, с таким уважением к своему Созданию, да? Это же подобает Всевышнему. Показывает его. Он представляет себя своим созданием, как он к ним трепетно относится, как он о них заботится. Поэтому вот наша жизнь, да, ее же можно сравнить. Ну, вот фильм был «Матрица», да? Вот каждый из нас – это а-ля Нео в этой «Матрице», да? Все остальные люди и так далее – это как программы, да? Да. Созданные для него. Да. Есть своя пифия, да, которая ему там что-то открывает, да? Есть там свой агент Смит, да, там, который его пытается сбить, чтобы он не дошел, да, до, там, да, до нужного пункта, да? Суть не меняется. Суть одна и та же. Угу. Просто формат разный. То есть каждый человек уже в своем мире, он же избран. Да. Да? Он же есть Нео в своем мире? Он же избран из нескольких миллионов сперматозоидов, например. Угу. Он же там был избран. Угу. Он один туда проник. Угу. Из такого количества. Угу. Тем более, если это было еще неважно. Ну вот касательно этого, да, мы как-то вроде обсуждали это. Я вот читал о том, что раньше люди думали, что вот, ну, там 100 миллионов сперматозоидов идут, и самый быстрый, да, там, он попал, короче, да, в цель. Да. А недавно я прочитал о том, что, оказывается, они когда все подходят до нужного, они останавливаются, и потом один туда идет. Это же есть момент, что его оттуда избрали из всех, да? Да. Не все туда проходят. Да. Остальные просто его все сопровождали. Они стоят все готовые. И заходит лучший. И Аллах Тагла там уже избрал. Да? И нам
Ну, нужно это осознать, да, что мы уже в этот мир пришли... Избранными. Да. Мы уже победили, по сути, да? Да, ну, никого нет уже. Никого нет, но... Все остались там. Да. Вокруг яйцеклетки. И в этом мире у тебя уже все, все работает на тебя, да? Да. Что-то тебе нужно там подправить себе, тебе взяли, отразили, да? Инструкция у тебя есть. Как тебе двигаться, что тебе делать, что тебе есть, что тебе там носить, да? Какие места закрывать, как разговаривать с людьми. Все да? приготовили. Абсолютно все готово же, да? И остается только принять же. Только принять. Да. Просто жить по инструкции. Все приготовил легко, по сути, да? Все блага. Это же все благо. Угу. Но у меня просто наущение, страх, недоверие. И оно не имеет никакого веса. А для чего нам это недоверие? От чего отталкиваться? От чего отталкиваться? Иди доверяй, да? Да. Доверяй. Чтобы познать, что такое доверие. А не чтобы его применять, братья. Ну, жить доверяя гораздо проще оказывается. Наслаждение? Наслаждение. Но... Недоверие – это страдание. Очень. Страх. Страдание. Угу. А вот я еще, знаете, ехал почему-то, хотел спросить. Вот, например, человек увидел в себе жадность, да? Здесь ему нужно, получается, это признать. А как от этого избавиться? Просто направить не в ту сторону. А куда направить? Например, быть жадным на вред. Не причинять никому вреда. У меня есть вред, я вредный. И быть жадным на вред. Не выдавать его. Не выражать. Это так можно сделать? Ну, я же вредный, есть у меня вред. Но... Я могу его придержать. Не дам никому, нет, да? Да, не причинять никому вреда. А так оно мне есть. Я могу навредить. Я могу там применять жадность. Или лень. Могу там применять. А если вот, например, человек, вот у него страх, например, там переплатить, вот он, ему трудно принять решение, да, там, сколько, например, кому-то заплатить там за работу, да? Если он делает это без страха, ради него, это поклонение. Это можно делать. Не переплачивать. Угу. Когда все ровно. Угу. Это норма. Угу. То есть здесь опять же по чувствам, да, надо своим, да, ориентироваться, да? Да? Угу. Я могу жить спокойно. По нормам. А если в голове возникает вот это, ах, смотри, какой ты жадный, мог бы и больше заплатить, это уже... Да, это уже наущение. Наущение, да? Когда я плачу по норме, это не жадность. Это моя оценка, что я жадный. А если ты считаешь, что так правильно, надо этого и держаться, да? Это же инструкция написана, сколько платить. Зачем мне придумывать? Ага. Ага. А просто там научение, когда ну, вот это вот возникает мысли, да, у тебя же там есть деньги, мог бы и побольше заплатить, это... Ну, я заказываю такси, например, там выставляю отчет. Но. Он автоматом списывает. Вот это вот... Я же не удобно. Переживаю. Ну, да. Что я жадный. Но. Даже? Это же норма. Ага. И там нормально все работает. Ага. И никто меня не оценивает, потому что я себя не оцениваю. А в других случаях начинаю себя оценивать. И мне кажется, что все меня оценивают, что я жадный. На самом деле меня отражают. Это моя оценка себе. А вот, например, вот чаевые, да, в ресторане человек, да? Получается, если человек чаевые не платит, это его право, да? Да, это же норма.
Ну, то есть там, например, за обслуживание уже включено. Да. Он закон не нарушает. Если мне понравилось, могу отблагодарить. Это уже твое личное, да? Да. Ага. Если мне понравилось. А-а-а. Его обслуживание. Поэтому ориентироваться, да. Если не нравится, могу не отблагодарить. А-а-а. Не платить. Это уже, короче, на себя, да, ориентируешься? Да. Угу. Просто здесь тоже возникает же мысль, типа, там, жадный мог бы и побольше дать. Это же оценка. Сам себя оцениваешь, да? Никого нет, да? Никого нету. Я должен ценить. Ага. Я думаю, на этом у нас вопросы, да, сегодня закончились. Вот. Еще раз хочу поблагодарить вас, Требекова, да, за то, что вы делитесь с нами этими знаниями, за то, что всегда соглашаетесь, да, принимаете наше приглашение, принять участие в этом подкасте. Я думаю, эти знания, они очень полезны. Ну, лично вот для меня они оказались крайне важными, поэтому я всем нашим зрителям, независимо, там, мусульманин, верующий, неверующий, я очень рекомендую, да, прислушаться, задуматься, размышлять, да, и уже вставать на этот путь познания себя, познания того, кто нас всех создал, да, становиться наконец-то счастливыми, отбрасывать все вот эти ненужные вещи, а вот становиться классными отцами для своих детей, классными мужьями для своих жен, настоящими детьми для своих, благодарными детьми для своих родителей, дружелюбными соседями для своих соседей и так далее. Рахмет сізге. Рахмет, Аллах разуазын. Я тоже благодарен за то, что вы меня раскрываете, копаете. Я тоже познаю себя. И это не мои знания, это знания Всевышнего. Через нас Он проявляет себя. Он показывает себя. Он нас воспитывает. И я просто, может быть, принимаю в этом участие, в отражении. Отражаются Его имена. Я там тоже учусь. Я это тоже познаю. То есть это не мое. А вот, Турбека, а вот можно, вот сегодня, например, у меня мысль возникла, да, и я думаю, как круто, что Аллах Тагала меня занял таким делом. Этому это, можно радоваться? Это восхваление Всевышнего, когда я говорю о Его благах. Он так и сказал в Коране. Суре Духа, там написано, чтобы я говорил о том, что он, чем он меня наделил, какие блага он мне дает, что со мной происходит. То есть это все его же, чтобы я об этом говорил, о нем, то, что он мне дает. Но этому можно радоваться? Я всегда должен радоваться. Его благо. То есть не присваивая, это же Он делает. Я рад, что Он использует меня в благих деяниях, в хорошем. Ну, это все равно, что ты работаешь в какой-то компании, и ты радуешься, что тебя генеральный директор отправил важные документы отвезти, да, а не там, не быть знаю, представителем. Мусор выносить. Да. Да. Быть представителем этой компании. Да. Представлять. Угу. Говорить, ну, какое-то важное дело, да? Говорить об этой компании. Да. Угу.
Радоваться можно. Да. Это же почет, это уважение. Он показывает, как он меня уважает. Свои отношения показывает, да. Ну вот мы с вами на консультации вроде обсуждали, что вот этот вот, оказывается, у человека может быть страх радоваться. Да. Он запрещает себе радоваться. Боится, что он, если будет радоваться, за этим придет какая-то беда, какое-то горе после этого. Это все наущение. Наущение. Ничего не будет. Все будет так, как он думает. Потому это что вот... Всевышний сказал же, каким вы меня знаете, таким я и буду. Если я буду знать его, позволяющий мне радоваться, восхвалять его, он увеличивает свои блага, радость. И он приказывает нам просить только блага. Раббанатина фидуния хасана. Офилахрета хасана. Охина азабандар. То есть вот эта вот установка кульген барджлайт, это надо от этого отказываться, да? Это его заказ. Человека. Да. Потому что он в детстве воспринял мир таким. Да. Кто это придумал, неизвестно. Нужно задавать вопросы, кто решил. Ну вот в этих пословицах всяких тоже много же, да, есть таких, которые не туда уводят, да? Да. Например, там «Атнышық паса жер үртесін», но это же, да? Что-то... Но всем пословицам можно применить благое, найти там благое. Например, «Көп күлген бір жылайт» — это может быть тот, кто смеялся над кем-то. Над чьим-то горем. Он в это горе попадает сам. Тоже здесь, а то это категоричность, да, может возникнуть. Да, кто к чему это применял, мы же не знаем. Это как хадисы, да? Да, мы только знаем эту пословицу, и все. А где она возникла? При каких обстоятельствах, да? Да, мы не знаем. Это как хадис про, там, про черную собаку, да? Увидел черную собаку, убей, да? Да. Это не значит, всех черных собак надо, да, убивать. Поэтому надо размышлять, да? Да. Получается, чтобы избавиться от страха радоваться, надо просто, опять же, учиться доверять Всевышнему Аллаху, да, познавать Его, да? Да. Осознать, что Он желает нам только блага. И нету там такой, сегодня радуешься, тогда завтра будешь горевать. Знать Его таким, каким Он себя представляет нам. Он же говорит, милостивый, милосердный. Да. Никакая мама своего ребенка не пугает. Не хочет, чтобы его ребенок пугался. Альхамдулиллах. Альхамдулиллах. Да, я желаю всем нам, чтобы мы познавали Всевышнего Аллаха, на самом деле, милостивым, милосердным прежде всего. Вот, чтобы мы не боялись радоваться, не боялись быть его любимыми созданиями, его рабами. Альхамдулиллах. Давайте, да, на этом дубль два мы закругляемся с нашим подкастом. Спасибо. Рахмет. Благодарю. Всем рахмет. Увидимся, Худай Алласа, еще на нашем канале. Спасибо.